Аллеи учителей, улица Терешковой. Здесь идет укладка песчаного строя тротуарной плитки. Александр Смекалин вместе со специалистами, осуществляющими и авторский, и технический надзор, осмотрели ход работ. Нареканий практически не вызывает. Сегодня мы понимаем, что в срок, который обозначен в контракте, а именно 1 октября, данная территория будет завершена. Вот сейчас уже практически завершилась установка твердого покрытия, укладка плитки. Начинаются работы по установке освещения малых архитектурных форм. Серьезных нареканий нет, но есть пожелания. Так Александр Смекалин поднял вопросы замены земляного слоя и полива травы. Учитывая опыт, негативный, к сожалению, опыт других территорий, опять-таки не продумана система полива травы на данной территории. И это тоже задача, которая будет поставлена перед городом. Ежедневно аллеи учителей проходят оценку качества. Контроль осуществляют не только областные специалисты, но и местные. Предусмотрены в муниципальном контракте штрафные санкции. Это в виде штрафов и пений. Начисляются за каждый день просрочки срыва сроков исполнения муниципального контракта. Следующая точка объезда – это улица Октябрьская. Здесь жители пятиэтажек не первый год испытывают проблему подтопления. Председатель правительства региона взял эту проблему на личный контроль. И многолетняя проблема сдвинулась с мертвой точки, но только после вмешательства регионального руководителя. Один колодец готов, и подвал вот дома номер 4 уже сухой, воды в нем нет. Все работы по водопонижению в этом районе специалисты планируют закончить в течение 2 суток. Татьяна Балунева, Константин Белов. Наше время.